Дети читают стихи. Семенова Арина, 11 лет. Автор Юрий Воронов. Произведение «Возросли травой окопы». Возросли травой окопы, стирает время земли. По странам нынешней Европы стучат все реже костыли. Не рвутся бомбы на дорогах, не знают мин ее моря. Но беспокойство и тревога нас разрастаются не зря. Все так же кружатся планеты, и звездный купол не погас. Но остроносы и ракеты уже нацелены на нас. И речи кое-кому сегодня диктует атом и напалм. А в Кёльне школьники не помнят, кто на кого тогда напал. Планете требуются курсы, чтобы напоминать иным, чем были без Москвы и Курска сегодня Лондон или Рим. Что стало бы с Европой ныне, а шар земной каким бы был без Ленинграда и Хатыни, без нашей боли и могил. Мы на земле творим и пашем, но не покоем век объят. И голоса живых и павших гремят о мире, как набат.